Вот такой здесь лес. Вот увидела этот пень. Саша-то нет, не заплутала. Я заплутала. Маленько заблудилась. Вот этот пень, ориентир. Они все подрастают, подрастают. Хороший ориентир в этом лесу. Слева дорога к выходу, но выходить далеко еще. Выходить нам еще далеко. Вот в этом лесу все блуждают и ориентиры оставляют. Вот такой ориентир. Ориентир рядом с сортовиками. Вот. А я нашла чудо природы, и я его сейчас съем. Ну, не сейчас, а потом. Это дрожжалка. Это ж супер. Вот дрожжалка. Оранжевая. Это редкость. Здесь черные бывают дрожжалки. А я нашла оранжевую. Я ее заберу. Мы ее съедим. Ух ты, какая симпатичная. Даже жалко трогать, конечно. Ну, охота пуще неволи, как говорится. Какая красивая. Их едят сырыми. Это меня Блодик научил. Блодик мне сказал, что их едят сырыми. А черные я недавно здесь нашла, и мы их ели. Они как розы. Красивые такие. Черные. Но мы их еще сегодня посмотрим. Хороша, хороша. Но одна. Почему же ты одна? Ты один, и я одна. Ой-ой-ой. Я увидела эту дрожжалку на дереве. Круто. Я эту не вижу издали. Ой, какая красивенькая. Сейчас я ее приближу и потом подойду поближе. О, какая, как янтарь. Она засохла. То есть она замороженная. Она замороженная. Ее так легко забрать, так сразу. Вот она. И не одна даже. Маленькие мы брать не будем, а большую съедим. Сегодня возьмем. Вот она какая. Вот, хороша. Отличная. А мою положи рядышком, я ее тоже сниму. Хороша. А первая лучше, вот. Мы ее уже забрали в другом месте. Так что мы пришли дрожжалки искать. Собирать дрожжалки будем. Ну ладно, забирай дрожжалки, маленькие не надо.